на моркови нанская улучшенные высевают в первой половине мая. Особых условий для роста не требуется, но избыток азота и влаги пойдут не на пользу. Рассада моркови нанская улучшенная хорошо растет на слабокислых почвах. Урожай собирают с августа по середину сентября. Корнеплоды получаются крупными, масса до 150 граммов, и продолговатыми, длина до 20 сантиметров. Они имеют насыщенный оранжевый цвет, туповатый кончик, обладают отличными вкусовыми и товарными качествами. Сорт семян моркови нанская улучшенная предназначен для употребления в свежем виде, переработки, в том числе и заморозки, и длительного хранения. Морковь нанская оладшенная – это травянистые. Морковь нанская оладшенная имеет позднеспелый срок созревания. Его плоды созревают в месяц август-сентябрь. Плоды имеют массу от 100 до 150 грамм. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода ярко-оранжевый, мякоть нежная,